Всем привет! Очередная посылка из Китая. Открываем. Итак, что же тут? Та-дам! А тут у нас вот такая вот штука. Что это? Термометр. На батарейках. С вот такой вот замерительной штукой. Сейчас я ее раскручу. Я думаю, это пригодится, может, в быту абсолютно всем, и не только в быту. Значит, вот эта штука, вот она нужна для того, чтобы измерить температуру. Куда бы мы ее ни засунули, нам покажет дальше вот этот измерительный прибор температуру, ну, соответственно, до 100 градусов. На двух батарейках их надо будет прикупить, сюда поставить. Ну, я так понимаю, что батарейки примерно вот такие здесь. Вот. Там у меня одна есть. Да, совершенно верно. Такие батарейки можно вытащить из зажигалки с фонариком. Вот, я себе его купил для того, чтобы, когда пастеризуешь вино перед укупоркой уже в бутылке, надо его подогревать до 60 градусов. Ну и желательно не просрать эту температуру, не закипятить его, и чтобы меньше не было. Вот для этого мне нужен. То есть я воткнул вино, кинул, и этой штукой смотрю. Некоторые ставят на автомобиле, протягивают в салон и показывают у них температуру двигателя вот таким вот образом. Ну и так далее. Применение этому масса. Ну а ссылку на товар я оставлю в описании. Проходите, заказывайте. Всего доброго, всем пока.